Новый кроссовер от отечественной марки «Джили» должен появиться на белорусском рынке уже в феврале. Об этом накануне на пресс-конференции заявил исполнительный директор компании Геннадий Свидерский. Автомобиль будет оснащаться 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью более 170 лошадиных сил. Техника успешно прошла все технические испытания в нашей стране. Первые авто уже отгружены и в Россию для тестирования и ознакомления дилеров. Все, кто видели, и все, кто особенно пробовали ехать, все давали восторженные оценки. Вот. Что касается цены, то убежден, что она будет конкурентоспособна. Опять же, я говорю, хочу сохранить просто интригу, но знаю, что она понравится. К слову, по итогам прошлого года в Беларуси установлен рекорд. В 2019-м продано без малого 65 тысяч новых автомобилей. Примечательно, что белорусский кроссовер замыкает тройку лидеров среди самых продаваемых машин в стране.